И всем привет, ребята! И вы на канале Лимончик. И сегодня мы будем играть в Икею 3008. Будем докапываться до людей, наверное, скорее всего. Что еще нам делать? Или же будем строить дом. Ну, я зашла, естественно, сразу же ночь. Да, как без этого. В прошлый раз мы строили дом, но его так не достроили, потому что у меня зависла Икея. Давайте сегодня его достроим, пожалуйста. Я хочу достроить дом одного цвета. Для этого случая мы сейчас найдем подходящее место, где побольше кровати есть, где много вещей, где ближе к складу. Я знаю, там всегда есть много кровати, и построим уже дом наконец-то, потому что как только я начинаю строить, так у меня просто вылетает. Или не хотят у меня зеленый цвет принимать, или еще что-то, я не знаю. Давайте на этот раз синий возьмем. Но я хочу где-нибудь в таком месте маленьком. Ой, тут экскьюзмик. Где-то я видела двухэтажные кровати. Где они? Я хочу добежать до них и спрятаться там. Вон они. Опа! А я спряталась. У меня есть водичка. Понял? Я спряталась. Ха-ха-ха. Я тут тогда посижу пока что. Давайте построим дом, наверное, синего уже на этот раз цвета. Может быть, скорее всего, Roblox не хочет, чтобы я строила зеленого. Поэтому давайте построим синего, что ли. Почему я, кстати, не могу печатать теперь? Странно. Или это в игре я теперь не могу почему-то печатать, или еще что-то, я не знаю. Что-то потом надо будет поковыряться, поискать, почему я не могу печатать. В принципе, думаю, он ушел. Вроде бы ушел. Включу на всякий случай этот звук. И пойдемте искать опять место. Место. Я хочу, где гирлянды. Потому что там, ну, маленький типа домик и легче. Склад вижу. Вот склад. А вон, кстати, гирлянды. Давайте там и будем строить. Рядом много кровати, но рядом еда. Ой. Тут экскьюзники. В смысле, они все окружили меня? Специально пришли именно в этот момент, когда я хочу нафиг построить дом? Вы чё? Там их... Сколько вас тут? Скажите мне. Мне надо знать. Блин, столько еды я могу по дороге собрать, но я не могу, меня просто окружают, они мне не дают. Что ли, мне туда нельзя, что ли? Вы что? Что не так? А что я замолчаю? Что, можно теперь? Вон, моя кровать. Возвращаемся. Что, можно мне выходить, нет? Кто там? Они бегут, он бежит или нет? Вон, видите, ножички бегут такие. Ай, эти мои ножички. Так, будем ждать тогда утро, что мне не разрешает дойти до того места. Там много еды, там было много всего, в смысле. Как ты меня бьешь? Я в помещении нахожусь. Ну-ка, нечестно было. Сейчас закроемся. Закрылась, понял? Ты не пройдешь. Я закрылась. Закрылась тюленем. Я не знаю, это тюлень или кто это. Кто ты? Тюлень, сообщи нам, кто ты. На, держи, я тебе там подарок оставила. Тюлень. Любишь тюленя? Я не знаю. Такс. Ну, пока мы сидим, давайте я вас попрошу подписаться на мой канал. Ведь у меня такой познавательный контент, очень много всяких веселых историй рассказываю,
В общем, подписывайтесь, думаю, вам понравится. Стараюсь выпускать ролики чаще. В общем, наша цель — дойти до тех гирлянд живыми, потом пойти построить дом синего цвета, построить дом синего цвета и, в принципе, выжить, можно сказать. И почему теперь тут так много эскьюзников? Что мне теперь? Нельзя ничего делать? Я вылезу. Туманный. Ну зачем? Мне не дают нормально поиграть. Но я все равно добегу до туда, меня это ничего не остановит. Я бегу и точка. Смотрите, я нашла синий диван. Синий диван — это редкость. Это редкость найти синий диван. Знали об этом? Это редкость. Опа, поставила. Главное не переставать бегать. Какая тут страшная музыка, вы не поверите. Как раз синие кровати оставили. Синий стол. Синие гирлянды сразу, смотрите. Синие. Ух ты ж. Что это, уже стена тут? Ну ладно. Кстати, тут много синих предметов. Можно строиться, думаю, в принципе. Где синие гирлянды? Вот они. Давайте поставим меточку. Синий. Господи, такая музыка страшная, как будто мы тут прям выживаем в этом, в хорроре. Берем кроватку и несем эту кроватку нафиг. Чтобы застроить нам эти сраные стены, мне просто стрёмно от музыки уже самой. А не от того, что сейчас туманный день, а мне стрёмно от музыки. Ну, вот так как-то. Ладно, поставим нормально. О, сойдет. Я хочу двойную найти кровать. Зачем мне ваши односпальные? Есть же двойные. Двойные синие. Я для этого синие выбрала, потому что двойные есть. А тут что, все одни односпальные, что ли, остались? Вы серьезно? Ой, там мальчик. А это девочка вообще. Вот. Наконец-то одна двухспальная синяя кровать. Боги мои, молитвы услышали. Ребят, тут реально музыка такая стрёмная. Господи, мы выживаем в каком-то хорроре. Хорроре. Пипец. Господи, я сейчас помру тут от этой музыки, реально. А чё она такая страшная-то? Мы чё тут? Не знаю, умереть можем в любой момент. Нет же. Мы же тут живем уже. О, блин, мне не нравится то, что она у нас вот с этими штучками. Давайте ее перевернем, что ли. Вот. Так приличнее, может быть. Ну, нормально, в принципе, думаю. Я вижу еще одну кровать. Просто будем тогда таскать кровать, что поделать тут. Слушайте, а если это как дверь использовать? В принципе, думаю, нормально, как двери. Так. Ставим кровать. Кровать. Вот так. Да. И идем искать опять двухспальные. Хотя, ладно, давайте уже односпальными строить, потому что, мне кажется, пока мы будем искать, мы уже просто потеряем всю энергию. Вот когда для крыши, уже ладно, уже для крыши будем искать реально, потому что для крыши это прям долго иначе будет. Но сейчас, я думаю, мы лучше потерпим и построим из односпальные. Так, я нашла нам односпальные кроватки. Их тут много достаточно, я думаю, я успею построить. А чё было так много ночью эксклюзмиков, а сейчас я бегаю, и ни одного почти, можно сказать, нету. Вы чё? Сейчас ночь настанет, да?
Музыка прекращается. Мне кажется, сейчас ночь будет. Музыка резко прекращается почему-то. Экскьюзмик бежит. Пришел все-таки. Нашли меня. Подождите. Если так. Найдешь? Нет? Достанешь? Постоим, подождем, пока он уйдет там. Туманный день. Что за туманный день такой? Ай, как тяжело жить мне. Он, мне кажется, сюда залезет. Ну, тут есть столы, кстати. И еда. Нам надо двухэтажную кровать перетащить, чтобы я могла спрятаться в любой момент. Потому что тут мне просто негде прятаться. Не страшно, ребята. Музыка такая вот стрёмная просто. Я не могу прям... Столько двухспальных кроватей сейчас вижу. Вон, я вижу кровать двухэтажную. Музыка прекратилась. Это плохо. Идем к дому. И ставим двухэтажную кровать, чтобы я могла ночью прятаться где-нибудь хотя бы. Так и знала. Ставим ее у себя дома. Ай, мне страшно, ребята. Все? А все, я спряталась. Я успела. Я спряталась. Все, шуры-муры закончили. Я спряталась. Я не хочу с вами тут, дядька, стоять. Вы противный, некрасивый. И все, кыш отсюда. Тоже пришел мне тут наглый. Только еле кровать донесла. Ну, что я могу сказать? У нас есть гирлянды, у нас есть кровати. Сейчас день наступит, я вообще буду сюда куча кровати таскать. Потому что, как я понимаю, мне тут жопа придет. Тут очень много рядом экскьюзмиков. Принесу нам диван, принесу нам все, можно сказать, для ванны, наверное. Потому что ванна, типа, белая там может быть. Туалет обязательно можно принести. Найдем какие-нибудь, может быть, картины, где есть синий. Найдем что-нибудь, ковер найдем, повешаем ковер вместо картин. Блин, мы не жалко не можем принести цветочек, хотя, ну, думаю, можно один принести или два маленьких. Гирлянда у нас есть, в принципе, свет, ну вот, и свет готов. Ждем просто, когда наступит день, чтобы выйти отсюда. Пока что пусть у меня зеленая кровать будет все-таки тут. Когда я уже дострою дом, я ее вынесу. Там пришла какая-то Локен, девочка. Ну-ка, бежала. Ой, так. У меня из воды есть тут 4 сметаны, 4 газировки Кока-Колы и эти минералки. Все, больше ничего. Все остальное я... Съела или вы... А, ну я больше и не нашла, можно сказать. Но мне нужно еще покушать найти, чтоб я могла хрумкать. Кушать могла. И все. Ой, так. Ждем, когда наступит день, получается. Потому что ночью как-то тут опасно... Опасно выходить. Принесем зеркала тогда и столики. И все. Ну, игрушки парочку. Все главное синее таскать. Как я понимаю, тут зеленого больше было, чем синего. Потому что если мы считали ту кровать, уж как бы желтую, то... Будь здоров! То тогда... Тут, можно сказать, было легче там... Ну ладно, я буду двигать главный экран, чтобы я не зависла. Чтобы у меня не вылетело. Я хочу достроить этот дом одного цвета.
Это просто капец какой-то. Мне приходится двигать, прикиньте, экран одной рукой. Я хочу нормально почесаться, полежать, просто ставить планшеты и пойти там в туалет или попить, но я не могу отойти, потому что у меня просто тут произойдет ЧП. Там день типа собирается приходить, нет? Или что, я тут жить должна? Давайте свистнем. Вон там бежит уже один. О, а, так тут все это время один у нас был партнер. Он у нас тут был. Он, оказывается, не уходил. А что, он выйти там не может или что? Привет. Ай, какой мальчик. Ой, какой мальчик, по лесенке полез, ой. Ой-ой-ой, какой мальчик полез, треугольник. Ну, ничего страшного, чё, мальчики, вам там нравится, нет, сидеть вдвоём? А мне не очень, я тут одна. Одна, одинокая, на кровати лежу, одна. Не дело, должен кто-то рядом спать, чтобы мне не было страшно. Тут и швы. Вот это мужики пошли. Что-то кровать я зеленую нашла. Ну ладно, какую нашла? Типа там день, когда. Вы там наверху? Нет? Нет? А вон они все бегут ко мне. Они все ко мне бегут. Я себе мальчиков принесла. А все, уже день. А все. А все, уже день. А он все равно идет ко мне. Ах ты ж, все равно ко мне пошел? Ну давай, иди, иди, посмотрим, сколько тебя хватит. А, смотри, мальчик, смотри, я стульчик принесла. Ой, столик. Ну мы его здесь поставим, бежим за кроватями. Я хочу быстрее построить дом. Я могу взять кровать? Нет, не могу. Блин, жалко. Есть зато такой ковер. Ай, какой ковер красивый. Тут всякие эти есть. Как его? Корзинки. Ковер я могу поставить. Куда я его могу поставить? Здесь у меня вход, можно сказать. Ну, пока вот тут кину его куда-нибудь. Сойдет. Так, смотрите, там сзади я видела кровати есть. Заберем их. Вон там еще и кровати есть. В принципе, можно забрать. Несу. Мальчики. Чё, ко мне никто не приходит даже. Буду опять одинокая жить. Женщина одинокая. Одиночество сволочь. Одиночество скука. О, смотрите. Да блин. Тик-тик-тик. Вот так. А нормально, что сказать? Что вы хотели? Ничего не хотели. Вот и все. Давайте бегать, искать, что двойные кровати. Я тут устану. А, тут все это время были... Блин, тут все это время были кровати двойные. Но мы их сейчас на потолок пустим, потому что из маленьких намного легче построить этот все-таки. Стены, а из больших лучше потолок. Ну и так удобнее. Блин. Нам гирлянды придется перевесить, к сожалению. Их убивают. Убийство. Гирлянд. Но я их, думаю, смогу достать потом оттуда. Если нет, ну днем потом вытащу. Сейчас мне главное сделать быстрее потолок, потому что меня те мужчины напрягают. Они тут ходят, все ходят такие крутые. И ко мне не заходят на чай. И ко мне на чай не заходят. Как это так? Почему не заходят-то? Что я сделала такого? Никто не приходит, прикиньте, никто. Никто. Все забыли про меня. Все забыли. Представляете? Сама в шоке. Я, наверное, сейчас гирлянды эти вытащу оттуда. Они что-то... Мне их жалко, они... Я одну вытащить оттуда не могу. А что с этими произойдет, я без понятия.
Ну, просто на пол сейчас кину, в принципе. У меня есть двухэтажная кровать. Если что, я могу спрятаться и прикрыться ковром. Он тут. Так. Умела бы я еще эти гирлянды брать нормально. Пусть одна там уже висит. Мне просто лень к ней подходить. Я вот эту заберу и все. Так. Все. Иду дальше воровать кровати. Для стен. Ну, для стен, в принципе. Я могу своровать, думаю, парочку. Что не так? Что не так? Господи. Для стен вам жалко, что ли? Ой, ко мне мальчик какой-то приходил. Пошли в гости, мальчик. Мальчик, пойдем в гости ко мне. На одной кровати синие будем спать. Все синее. Все синее, прям все. Ни одного сантиметрика не пропустим. Будет все синее. Такс. Опа. Ай, какая красота. Мне еще одна такая кровать нужна. И, в принципе, я закончила с потолком. Останется только последняя стена. И можно потом и не париться уже. Только где еще такую двойную кровать я найду, сейчас не знаю. Ой, не знаю. Где двойную кровать искать? Вон, вроде бы нет, это одни. Это одни кровати, а где двойная? Где двойные все кровати? Вы серьезно? Тут что, только черные остались? Мне можно сделать, ребят, черный дом тоже. Вон кровать. На, синяя должна быть. Да, она там. Как это тяжело, прикиньте, я даже не знала. Все-таки стены буду делать я из одной. Ой, еда. Мы сюда вернемся за едой. Тут есть еда сейчас? А нет, она все съела, там девочка все забрала. А нет, вот еще. Мне бургеры желательно бы забрать, просто у меня тут как бы тоже еда. Пончик нетронутый. Ну что ж тут девочка такая глупенькая? Пончик нетронутый оставила, ты че? Ой, прыгаем, чтобы добираться быстрее до дома. Я прям чувствую, что сейчас будет ночь, а я не сделала никакие стены. Эх. Ну что ж, рукожопья. Не сделала стены. Что там ко мне мальчик бежит? Два мальчика. Что вы ко мне бежите? Что? Водичка. Водичку заберу. Где синяя кровать? Вот синяя кровать. И идем строить стену. Ночью. Вау, тут так красиво. Ой. Опа. О! Нет, что-то не так. Ну-ка. А так. О! И тут еще одну кровать последнюю осталось. Давайте две кровати принесем, и хватит на сегодня, в принципе. Вот тут как раз две кроватки мне. Раз кроватка для стенки и вторая кроватка для спания. И можно мне там, в принципе, уже начинать все обустраивать. Одна кроватка для спания. Бежим за второй. И вторая для... Ой... Для этого. Для закрывания. У меня там есть щелка, где проходить? Думаю, ее хватит. Все. Заходим и закрываемся. О! Ого! Вот тут щелка есть проходить, в принципе. Вот эту можно кровать унести отсюда. Она нам уже вроде бы не нужна. Вот там и оставим так. Так,
Давайте все разбирать потихоньку, помаленечку. Кровать. Вот она, кровать. Ее мы кладем. Куда мы кладем-то? Я думаю, можно вот здесь спать. В принципе, можно и здесь спать. Дальше. Коврик. Ну, коврик у порога всегда должен быть. Что ж, входишь, чтобы было гостеприимно. Комоды, я не знаю, они подходят как синие, нет? Но они серые. Ну, как бы и синие немного где-то. Один выкинем. Пока что. Ой, еда, мне кушать уже надо. А я что-то не ела. Сейчас поедим, подождите. Сейчас еще попьем. Еще попьем. Смотрите. В принципе. А что я не могу взять стол? Смотрите, я вот этот тогда выкидываю тоже. Что-то я себе вход заставлю, наверное, такими темпами. Ну и ладно. В принципе. Меня готово все. Все чики-пуки. Так, давайте дальше расставлять. Подождите, если пик сделать. Какой там цвет будет? А, уже дальше розовый. Значит, это синий. Белый. Радуга это. Красный. Желтый. Зеленый. Зеленый. Синий. Вот синий получается. Развешиваем. Такс. Развесили на одну стену. Я хочу себе поставить вот здесь, типа, над столом прикольно повесить. Было бы прикольно, прям, мне кажется. Ой, сейчас повешаем над столом и пойду за диванами. Там диваны есть синие. Есть мусорка синяя. Вообще здорово живем. О, нормально, я себе украсила тут. Эти я оставлю перед порогом потом поставить. В принципе, вот кровать. Все, живем. Стол есть. Тут стульчик поставить и кушать можно. Тут еду тоже выставим. Будем убираться, в принципе. О! Утро, а я не ожидала. Ну ладно. Так, смотрите, тут есть стульчики. Стульчики, стульчики, стульчики. Несем. Ой, стульчики. Вот. Такс. А, тут еще было место. Вот, так, сейчас, подождите, одну гирлянду повесить, оказывается, надо. Так, повесили над входом красивенько. Я не знаю, куда вот эту гирлянду прицепить, она лишняя, наверное. Ну, ладно, мы ее вот так вот повернем и здесь прицепим, скорее всего. Так, у нас есть стульчик. Тут можно типа сесть, посидеть, покушать. Как царь. Я свищу своей подруге, что пусть она приходит, я ей дом отдаю потом. Так. Так, так, так. Вот. И вторую сидушку. О, нормально. Дальше, где синие предметы? Я хочу найти синее что-нибудь прикольное. Прям голубое. Смотрите, есть голубое. Только она, кажется, бирюзовая какая-то. Вот зато вот синий. Синий ящик. Как без него обойтись, я не знаю. Берем синий ящик. Thanks.
О, синий ящик. И давайте его поставим где-нибудь вот здесь. Пусть у меня будет синий ящик красиво стоять. Тут тоже, кстати, ящики есть. Я заметила как раз тех цветов, которые мне можно брать. Знаете, господи, фиг пролезешь. Здесь поставим этот ящик, думаю. О, нормально. Я кое-что придумала. Короче, вот я ящик поставила сейчас один. И идем где-то теплица была. Где теплица или не теплица. Это была там, цветы были. Цветы там были. Где? Где цветы? Куда вы цветы мои дели? Куда цветы мои дели? Ой, какой-то крокодуй. Но я мусорку принесу зато. Я сейчас цветы еще найду. Я хочу типа вставить внутрь там. Было прикольно. Так. Мусорка. Мусорка, 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 мусорка у нас может стоять вот здесь. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Можно поставить диван туда, потому что, типа, что такого? Диван синий. Синий же диван синий. Можно принести туда диван, думаю. Мне бы еще какой-нибудь ночник найти и, типа, этот ночник пришвандорить. Вот, диван. Вообще клево. Так. Телек есть, кстати. Вот он, конечно, не синий, но, блин, я его очень хочу поставить туда. Чтобы было прикольно, думаю. Там пришли экскьюзмики ко мне. Вон цветы все это время были. Я слепошарая, блин, не видела. Иди. Телек пусть идет, а я цветы вот тут поставлю. Берем цветочек. Сейчас я вам покажу, что я хочу сделать. Вот цветочек. А что, у меня телек на краю типа стоит? И внутрь вот сюда я хочу вставить этот. А что, нельзя? Ну, типа так. Тогда такого. Телек поближе, наверное, поставить, а то он что-то у нас на середине этого стоит. Ну, пусть выключенный пока побудет. Пойдемте искать дальше. Я хочу принести какие-нибудь штучки прикольные. Какие тут есть штуки прикольненькие? Ой, капец, что можно принести? У нас никаких цветов, в принципе, таких наподобие нету. Что еще можно притащить? Синие. Синие. Я хочу синие себе. Что-нибудь, картину какую-нибудь синюю. Вот, смотрите, тут есть у меня что-то всякие игрушки какие-то тут валяются. Там какой-то мальчик черный валяется. Вот, тут синяя игрушка есть. Она синяя. И не надо со мной спорить, она синяя. Несем. Что там делаешь? Чебупеля. Такс, надо бы себе какую-нибудь дверь, наверное, придумать, а то там, мне кажется, ко мне скоро проберутся домой такими темпами. Чё ты тут делал все это время? Я закрылась. Я не знаю, я закрылась. Все, я ничего не знаю, я закрылась. Я игрушку свою заберу, пожалуй. Ему страшно там одному будет. Текси. Вот. Все, нормально. Я свистну своей подруге. Там все остальные мои стоят, ребята. Чё стоим? Кого ждём?
Давайте телек включим, выключим, включим. О, ого. И прикольная картина. Ну-ка, давайте ее оставим и будем смотреть телевизор. Какие новости передают? А, у нас стула же нету. Ой, кресла нету. Я сейчас, ребят, приду. Я пришла, ребята. Что? А, я вверх ногами стою, такая. Думаю, что у меня тут уже происходит. Ждем-с. Ребята, мне уже столько комментариев, ребята, все написывают. Ничего себе, я не думала, что меня смотрят столько детей. Ну-ка, давайте посмотрим. Что мне тут написали? 2 просмотра. Башня. Ой, я не ту башню ада выложила. Я не ту башню ада вам выложила, простите, ребята. Я перепутала и выложила другую случайно. Простите, пожалуйста, я выложу ее скоро. Хитрый способ. Давайте зайдем, посмотрим, что и я писала. И всем привет, ребята! И вы на канале Мальчик. И сегодня мы будем опять играть в эту рисовалку. Мне очень понравилось. Вот мы пишем спасибо большое. Я хочу посмотреть, что это за ребенок написал мне. Какая-то Лиза. Ну ладно. Спасибо, Лиза. Ай, дальше, кто мне из вас пишет мне тут еще комментарии? Ну-ка, я прослежу, честненько говорите, давайте, смотрим. Воспитанный человек, он, наверное, не до конца воспитали, я не знаю. Ну, я сейчас видео закончу делать и обязательно скину вам настоящее видео, а то я что-то, извиняюсь, перепутала и выложила за 18 секунд, а оказывается, мне надо было другое выложить. Простите, пожалуйста. Я не думала, что я так затуплю. Когда там день, я хочу закончить. Я хочу закончить свой дом одного цвета. Мне эти новости надоели. Надоели. Смис подруги. А что, все ушли? Так. Ни одно зеркало такое висит. И все. Что вообще скучно? Что у меня тут? Ничего такого не висит даже. Она меня ищет? Нет там. Ой, ладно. Я возьму потом диван, поставлю его сюда. Потом принесу цветочек, поставлю вот сердце и почек. Надо принести ковер обязательно. И просто какие-нибудь прикольные штуки, мне кажется, любое синее мы будем нести. И все, в принципе. И еду принести обязательно. Для этого чебуречка надо найти подружку или друга обязательно. Такс. Я могу открывать двери? Нет, не могу. Там стоит дядька один. Один дядька стоит. Он ко мне бежит. Ну-ка, давай. Иди сюда. Давай драться. Давай драться. Давай. Иди ко мне. Иди ко мне. Я тут прыгаю, по тебе с ума схожу. Смотри. Тра-т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 а. А где дядька? Дядька исчез. В смысле? Я искала себе дядьку. Дядька исчез. Мы так не договаривались вообще-то. Ну, диван поставили зато. Куда дядька-то исчез? Офигеть. Просто, это называется, хожу, такая хожу, и дядька исчез. Ну, нормально вообще. Так, тут еще еда. Берем еду, водичку обязательно. Сметану я беру, наверное, даже не для того, чтобы ее есть. Я беру ее, наверное, чтобы больше этот, можно было, как его, взять... расставить там, типа, на кухне, да.
Ого, такие синие стоят эти штучки. Ну, блин, мне столько не надо. Давайте какой-нибудь стульчик посмотрим, что ли. Ну, у меня вот это... Он не подойдет какой-то, не очень. Я хочу зайти в игровую. Есть еще игровые? Я с игрушками поиграть хочу. Я хочу с игрушками поиграть. А, вон игровая. Я ее смотрела? Нет? Нет. Акула, я могу акулу же и пингвина принести. Точно. Там лежит Кен. И все. Фу, я думала, тут какая-нибудь прикольная штука будет. Но я могу акулу принести. И... Ой, тебе, господи, какой маленький шпиндик. Ты ко мне потом придешь. Так. Несем акулу. Ого. А неплохо тут кто-то жил. Аптечки возьму. Аптечку. Водичку. А, все. Акула, мы с тобой дальше пойдем. Как назвать акулу, напишите в комментариях. Такс, мы бегаем. Мы бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. И не добежим толком. Так, ну давай побыстрее немножко, а то я как-то не очень хочу так медленно бегать. Или так надо. Давайте. Тык-дык, 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 тык-дык. Помните, мы сюда приходили, и тут сразу эксклюзмики на меня наехали. Типа, ты чё припёрлась? Так же я. Ой, валим! Валим, нас прибьют! Валим! И убежала. Такс. Ну все. Повесили акулу. Теперь у меня повешенная акула есть. Нам надо... Надо. Давайте найдем пингвина, наверное. Не, пингвина нету. Я хочу пингвина к себе. Домой. Вон. Тут можно пингвина, думаю, взять. Есть пингвин? Да, есть пингвин как раз. Пингвинчик, ты идешь ко мне в гости. На чаек. Ты ко мне идешь на чаек. Ок. Так, ну все, в принципе. Пингвина принесла. Что я могу еще принести? Мне больше нечего даже нести, наверное. Цветы только. А, не, зеркало хотела. Зеркало принести. Ну, теперь, братан, тебе тут не скучно. Я тебе тут приятелей принесла. Пипец столько. Ой, жизни не снилось. Надо зеркало найти. Я хочу на себя смотреться по утрам. Все-таки принцессы должны смотреться по утрам, а я принцесса. Такс. Мне просто интересно, если мои одноклассники посмотрят это видео и услышат, что я принцесса. Интересно, они меня будут в школе такие, типа, принцесса называть? Если будут, то, пожалуйста, я буду рада. Что там ко мне мужчина пристает? Вы что, мужчина? Мужчина, вы что? Нельзя к девушке приставать. К принцессам так особенно. Бежим! Я хочу быстрее дойти до дома. Быстрее! Что-то мы медленные. Все, и поехали вешать картину. Вот я прям вот здесь хочу ее повешать. Ну, в принципе, мне кажется, все, тут больше нечего. Ну, или давайте еще цветы. Еще цветы. Вот этот горшок с цветами еще туда поставим. Потому что я почему-то, кстати, большие не нашла. Нашла только маленькие, ну ладно. Все. Да, блин. Цветы. Все. А все, больше нечего даже. Тут остальное уже не подходит. Цветочек зато принесу. Я своей подруге продолжаю свистеть. Мне кажется, она уже давно вышла, а я продолжаю такая посвистывать. Так. Ну, нормально, что сказать. Давайте... Я хочу поставить сметану. Куда я сметану-то поставила? Или дро? Что, она все здесь? Тут все сметаны тут?
Я вообще-то сюда хотела поставить. О, поставила. О, давай. Да чё ж ты взял-то? Тебе её поставить. Давай. Расставляем красотушку. Опа. Опа. Дальше. Можно, думаю, мне подкрепиться теперь. Я просто все высыплю, наверное, здесь и все самое голубое поставлю. Водичка. Водичка должна быть тут. Ну, типа пить, чтоб можно было. Так, и водичку давайте еще поставим вот здесь. Думаю, красиво будет. И последний штрих. Все, ребята, я закончила, смотрите. Вот такой вроде дом не очень, а такой заходишь. Здесь можно посидеть, посмотреть какого-то верблюда, сидишь, можешь покушать, посидел, с пингвином пообщался, мусор выкинул, чик захотел спать, такой пришел, лег, спишь, потом просыпаешься, здорово, Жорик, посмотрел в зеркало, поздоровался с акулой и пошел по делам или дальше сидеть, смотреть телек. Думаю, очень красиво. Если кому понравилось, подписывайтесь на канал, всех люблю, всех целую, муа, пока.